Здравствуйте. Меня зовут Антонина. Мне 84 года. Я закончила курс лечения в клинике доктора Бедова. За 84 года я столько собрала всяких болячек, и больное сердце, и сахарный диабет, и два инсульта было, и такие страшные боли в ногах. Даже с тросточкой ходила. Не могла совсем дышать. Через каждые 100-150 метров у меня спазмы сердечные и дыхательные. И приходилось останавливаться и садиться, посидеть. И вот я в таком состоянии приехала из Сибири в этот оздоровительный центр, чтобы подлечиться. Долго меня родственники уговаривали, никак я не хотела, что и возраст такой, и здоровье такое. И вот началось лечение. Первые 10 дней было очень тяжело. Очень сильные боли в ногах. Через 20 дней и 30 дней я уже могла пройти целую улицу и не садилась ни на какие скамеечки. Мой день проходил так. Утром я вставала, у меня дыхательная гимнастика и завтрак. После завтрака отдых небольшой и идешь на процедуры. Идет одна процедура за другой. Вначале идешь на костный массаж. Вкусно прорабатывают все мышцы, кости. Потом идешь на тайский. Тайский более нежный. Там прорабатывают суставчики. После этого идешь в капсулу для отдыха, потому что нужно час отдохнуть. После этого обед, отдохнул и идешь на следующие процедуры. Если есть желание, то можешь сходить на массаж всего и лица, и тела, и веничком тебе сделают массаж. Все кабинеты хорошо оборудованы, тебя приглашают на каждую процедуру. После каждой процедуры проводят тебя в комнату, и все условия есть. Хочу выразить огромнейшую благодарность всему коллективу и доктору Ведову за такое внимание, за хорошее отношение, за содержание в поликлинике. Как только я приехала, мне выделили комнатку, и три раза в день питания. Питание, конечно, здесь организовано вегетарианское. Готовят очень хорошо, разнообразное блюдо. Я забыла совсем про мясо, и мясные блюда не употребляли. И все из натуральных продуктов. Побыла 50 дней, почувствовала, конечно, большое облегчение. Я очень счастлива, что здесь побыла. И хочу еще вернуться полечиться.